Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился с одаренными школьниками и студентами, чтобы поддержать их стремление к знаниям и талант. Подробности расскажут мои коллеги. Талантливые школьники и студенты, показавшие высокие достижения в учебе, творчестве и спорте, стали участниками встречи с акимом области. Молодежь региона ежегодно показывает впечатляющие результаты. К примеру, в 2021 году команда школьников Восточно-Казахстанской области достойно представила наш регион на престижных международных и республиканских олимпиадах. Там они завоевали в общей сложности 208 медалей, 60 из которых золотые. Также на протяжении последних 3 лет команда студентов колледжа региона становится абсолютным победителем национального чемпионата WorldSkills Казахстан и достойно представляет республику на международной арене. Я с убежденностью смотрю на будущее, я вижу, с каким энтузиазмом они занимаются сегодня цифровизацией, языками. Это наше будущее, причем твердое, уверенное будущее. Мы каждый раз говорим и в области стараемся сделать так, чтобы наши, например, программы в области цифровизации были чуть более продвинуты. Я просто убежден в том, что программа туркоязычия, которая у нас есть в Восточно-Казахстанской области, она будет являться в ближайшее время доминантой, и дети говорят сегодня на английском, казахском и русском. В Восточно-Казахстанской области созданы все условия для развития талантливой молодежи. В будущем я хочу стать учителем английского языка. Уже сегодня я ставлю для себя четкие цели. И на будущее у меня большие надежды. Думаю, если я буду и дальше прилагать все усилия, у меня получится добиться еще более высоких результатов. Я бронзовый призер чемпионата WorldSkills Казахстан 2021. Приехала на встречу с акимом области. Это большое достижение для меня и ценный опыт. Постараюсь все свои знания применить в будущем. Отметим, что всем участникам встречи были вручены грамоты и дипломы. Победители национального чемпионата WorldSkills Казахстан получили в подарок от акима ноутбуки, а одаренные школьники – сертификаты на сумму 100 тысяч тенге. Стремление к знаниям должно поощряться, подытожил Даниал Ахметов. Карина Мурадова, Аяулым Смагулова, Елнур Нурайканов, Алтай Акпарат.